Сегодня 28 августа, конец лета, Волгоград. Всем здравствуйте, кто смотрит это видео. Розочки цветут. В этом году сажала цинии первый раз. Ну, на следующий год хочу опять посадить, потому что понравились. А вот цинния какая яркая, прям глаза режет оранжевого цвета. Обязательно соберу семена. А это какая набивная. Очень красивые цинии. Теперь буду тоже выращивать. Уже начинает отцветать клематис жгучий. Уже все меньше и меньше появляется цветочков. Но зато вот он такой красивенький, лохматенький, кучерявенький. Хризантема мультифлора. А желтая рядом так и не цветет. И бутончиков-то практически не видно. Маленькие. Наверное, от жары, какая была в этом году. Плетистая роза тоже уже отцветает, неопрятная. Очень сильно пекло в этом году, солнце, обгорели гортензии, вот такие коричневыми пятнами стали. Сажала в этом году пассифлору, но что-то она у меня в этом году не цветет. Теперь будем надеяться, что на следующий год зацветет. Буду сохранять ее зимой на подоконнике. Обрежу, выкопаю, посажу в горшок. Баклажаны продолжают радовать. Их очень много. Перцы тоже. Здесь были помидоры в открытом грунте, но после дождя листья резко посохли. Поэтому, чтобы не заражать землю, мало ли какая болезнь, я их выдернула. А здесь я хочу показать вам эустому. Сажала ее очень поздно. Я ее сажала где-то в марте месяце семенами. Ну вот, успела все равно зацвести. Я и не надеялась. Такие красавцы. Это я оставляю семена. Я свои семена каждый раз сажаю. Поэтому коробочки эти все оставляю. Так что можно и поздно сажать эустому. Все равно она успевает зацветать. Конечно, если раньше я сажала в июле, они уже цвели. А если поздно посадить, вот они у меня начали цвести где-то
в начале августа. Вот такие красавцы. Бутончиков много еще есть, бутончики. Но уже поздно. Отцвести все не успеют. Так что... Ну, сохранять не буду. Потому что я сколько раз пробовала сохранить, у меня не получается. Буду сажать опять семенами. Этот раз я уже посажу пораньше, чтобы раньше начали цвести. Начинает спеть виноград. Потихоньку уже, которые поспели, мы обрываем. Вот такой крупный, вкусный, сладкий и урожайный. Продолжают радовать герани, пеларгония. Такие яркого цвета. Я люблю такой яркий цвет. Рядышком белые. И здесь же у меня гелиотроп. Вот такое растение. Ярко-ярко-синего цвета. Фуксия у меня растет на самом солнцепеке, поэтому цветочки не очень крупные, но их много. И сам куст невысокий. Ну, в кусте, наверное, сантиметров 40 или 35 высотой. Цветет все лето под самым солнцем. Ну, и вроде как ничего не обгорает. Нормально цветет. Какое красивое небо, вечернее небо. А это гортензии. Magical Moonlight. В переводе магический лунный свет. Вимс Ред. Это ранняя гортензия. Киушу. Продолжают цвести бальзаминчики. Вот такой бордюрчик яркий. А это красавец Колиус. Название не знаю. А посмотрите, какой красавец Колиус. Надо вот эти
цветоносы обрывать, но я не обрывала. Очень яркий. Вырастила из семян. На этом я заканчиваю свой обзор. Спасибо за просмотры. Всего доброго, до новых встреч!